Более 70 добрых поступков. В рамках традиционной ежегодной акции «Осенняя неделя добра» 29 организаций сделали хорошие дела для окружающих и выложили их ВКонтакте с хэштегом «Неделя добра Саров». В этом году участники проводили субботники, собирали гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых территорий, помогали бездомным животным в приемнике, проводили экологические мероприятия и многое другое. На сцене молодежного центра подвели итоги акции. В участии приняли детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, кружки, секции. Большое спасибо всем, кто участвовал в этой неделе добра. Мы собирали помощь и участникам новых территорий, и военнослужащим. Также мы собирали и корма животным. Еще мы чистили озеро Боровое. Ну, много мы где поучаствовали. Молодежный кубок чистоты «Чистые игры» традиционно проходит в рамках осенней недели добра. Команды убирают территорию озера Борового в формате соревнований. Всего участники собрали 117 килограммов мусора. Призовые места разделили команды «Инсайт», «СРФТИ» и «Школа номер 16». Ребята из школы заняли второе место и собрали 4 артефакта. Артефакты – это то, что больше вредит природе. Мы нашли ковровую дорожку, консервную банку, знак большой, бутылку из белизны. Мы собирали мусор, помогали планете, природе. Мы собрали 21 килограмм мусора, чтобы планета не загрязнялась, чтобы растений больше было, воздуха нормального, чистого. Самые активные участники осенней недели добра получили памятные дипломы. Также наградили победителей и призеров чистых игр. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.